На Зеленовском предприятии имени Горького проведена масштабная работа по техническому переоружению и модернизации в период с 2011 по 2017 год. Охвачены основные этапы строительства корабля, от раскроя металла и до трубомонтажных работ. Также подведены до модернизации цеха литейные, цеха механической обработки и судового машиностроения. Все это позволило сократить сроки строительства кораблей, повысить качество производимой продукции, снизить затраты на производство. Продолжаются работы по модернизации технического переоружения предприятия, части совершенствования процесса машиностроительного производства, закупается современное оборудование для локализации на собственных мощностях машиностроительной части изделия. Наше предприятие с декабря 2017 года вошло в федеральную программу повышения производительности труда. Мы были первыми этой республики. Мы активно внедряем принципы бережливого производства и хотим, чтобы это вошло в нашу повседневную жизнь на всех его этапах и во всех подразделениях завода.